Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Ну что же, давайте продолжать играть с вами в Hustle Castle. Частица зла, жезл я получил на 78 уровень. Меня это вполне устраивает. Так, с яблоками у нас полный завал. И это хорошо. Так, ну что, у меня здесь все пока пучком. Давайте что-нибудь закажем. Может быть, еще один магический жезл. Да, пожалуй, так и сделаем. Кристаллы есть, так что будем тратить, чтобы зря не терять время. Даже не знаю, что пока делать. Один день, 14 часов еще будут делаться. Сундучки, это, конечно, все хорошо. Давайте глянем, что у нас здесь выпадет. Ого, для дровосека курточка выпала. И... счеты для казначеев. Колечко на магический урон у нас обычное. Ладно, пускай оно будет. Так, магический урон. А это у нас... А я в любом случае не могу надеть, потому что здесь требуется 83 уровень, а у меня всего лишь 70-й. Так что придется терпеть и ждать. Надо нам, ребятушки, с вами определиться, что мы будем делать. Деньжат у нас пока достаточно. Хотелось бы больше. Ну и начнем разбирать вторжение. На ускоренном, конечно же, будем все это проходить. Замечательно. Сундук наш. И я думаю пройти полностью всю эту... Да ладно, это мне не нужно. Вот здесь, да, это другой разговор. Что нам выпадет? Ого! Неплохие клинки на 82 уровень, синие. Хм, я доволен. Интересно, а могу я сейчас их поставить? Черт подери, у меня Иринка-то 70 уровня. А маг, по-моему, 85-го. Я так сделал. Угу. А есть ли смысл менять? Можно, знаете, что сделать? Давайте-ка мы сейчас наденем. Просто хотя бы посмотрим, как это будет выглядеть. Насколько эти кинжалы лучше меча фиолетового. Да, сделаем именно это сравнение. Так, надевай. Подожди-ка, Ириша, отдай-ка мне меч. И давайте посмотрим, где он здесь. Что-то я не понял. В самых низинах? Ага, вот он. Ого! Ребят, мы... Если бы у нас были бы эти ножи, по мощам мы бы очень даже неплохо выглядели. Все хочу. И посохи эти реализовать. Но нет у меня героев достаточно прокачанных. Максимальный уровень пока 70-й. Ну, у одного 85-й. Ладно, давай носи пока этот меч. Когда у меня ребята мои раскачаются, мы, естественно, все заменим. Абсолютно все. Так что кинжалы я эти пока трогать и уничтожать не буду. Ну, а мы с вами продолжаем отбиваться от вторжения на ускоренном. Да, с этими клинками она бы быстро бы их тут чикала. Единственное, что у меня нету хорошей брони под эти кинжальчики. В тяже бегать как-то нету смысла особого. Ладно, мы с этим определимся попозже. У нас время есть, пока у меня там все раскачаются. Может быть, что-нибудь где-нибудь надыбаем, набьем. Может быть, даже скрафтим. Так, что-то мне не нравится здесь исход. Давай, ребята, добиваем. Все, справились, молодцы. И еще один сундук в нашу копилочку. Так, уже два сундучка. Будут они долговато у нас отхиливаться. А где у меня этот мелкая шпана, который должен собирать ресурсы? Я его не вижу. Где-то, как обычно, завис. Так, давайте, наверное, да, будем сразу же атаковать и этих ребят. Три голема. О, елки-палки, я думал, что тут как-то немножечко просчитался. Тут три некроманта. Ну, как видите, они уже не жильцы, упали под моим натиском. Хотя я тоже не без потерь обошелся.
Смотрим. И у нас тут, вот, смотрите, броня зеленая. На 87 уровень. До этого уровня мне качаться и качаться. Мне еще надо будет разок улучшать мою тренировочную бойцов. Это слишком много ресурсов. Так что на эти броники, которые идут за 85 уровень, можно пока даже внимания не обращать. С манной какая-то у меня засада. Так, забираем это все. Ну, в принципе, отхилились. Можно и идти дальше в бой. Так, у меня 3 миллиона по деньгам. А там нужно минимум, по-моему, 3. 3,5 даже. Так, давайте добавим магию. И лед будем делать с вами. Все, сейчас его разберем. Еще один сундук. Так, я уже по времени не помню. По-моему, мы должны получить с вами синий сундук за прохождение полностью вот этого вот вторжения. Вроде бы как все они на карте появились. Что нам дадут? Ресурсы, хорошо. Я даже не возражаю. 18, блин, почти 17 часов нам ждать, пока они у меня получат 76 уровень. А там потом 77-й, 78-й. О, еще очень-очень долго. Не одни сутки нам придется с вами подождать, пока я себе составлю нормальную команду. Так, что у нас тут? Я фармлю мне комфортно. Давайте поздороваемся с ребятами. Всем прит. Ну, ошибся немножко. Ладно, не буду перепечатывать. Они все прекрасно поймут. И в глобальном то же самое сделаем. Теперь давайте зайдем с вами в клан холл. Я хочу посмотреть. Ага, члены клана полностью забиты. Надо будет мне потом попозже посмотреть по мощам. Может быть, кого-то придется удалять. О, с манной у меня вообще, ребята, не пруха. Около 100 тысяч всего. Это буквально на пару заклинаний. Так, сейчас мы посмотрим самый низ. О, Майя и Одинка. Ребята очень-очень отстали. Придется сделать вот так. Как бы я этого не хотел, просто нужно делать. И Одинка. Хотя мы сейчас кое-что сделаем. Давайте заглянем и посмотрим, что у него происходит в замке. Так, ну я смотрю, дети у него уходят, значит, он все-таки и играет. Крафтит оружие. В общем, он в игре, но почему он все время стоит на месте? Вот это для меня, конечно, непонятно. 1500 мощей набрать, это не так уж и сложно. Тут напрашивается один вывод, что он очень редко заходит в игру. Или же его все время разбирают. То есть нападает и... постепенно у него снижается рейтинг. Так, ладно. Ну, Майя, потому что я ее вообще не видел. Ни в чате она не светилась. И очень мало рейта, поэтому пришлось мне ее удалить. И надеюсь, что довольно крупные ребята подтянутся. Ну, а мы с вами продолжаем. Атаку на вторжение. Нам нужен сундук. Ребята, я еще раз повторю, что держим минимум 1500 рейтинг. Продвигаемся к 2000. Стараемся, по крайней мере. Потому что нам нужно расти по мощам. Так, это я трогать пока не буду. Эпическое тоже снял. Кстати, да, у меня вообще в клане, в отряде нету хила. Я без хила играю в данный момент. Чисто все на боевке. Давайте-ка глянем расценки. Лесопилочка, значит, да? Не хватает денег, не хватает железа. Это вечно у нас проблема. Склад железа то же самое. И дальше пошло по возрастающей. Так, кухня. 1500 нужно стали. Ох, даже и не знаю. Или столовку будем делать, или лесопилку, наверное.
У нас пока яблоки есть, мы с вами можем. 20-й у нас максимальный. Так, ремесленный цех. Мы с вами пока повоюем, немножечко тут пофармим и посмотрим в конце серии, что у нас выйдет. Атакуем даже без раздумья. На ускорение, конечно же. Да-да-да-да, падай. Все, замечательно. Сундучок, как говорится, наш. Собака, ты бестолковая, что ты там бегаешь? От нее толку, ребят, вообще никакого нету. Зря только деньги спустил на нее. Так, давайте попробуем этих теперь подчикать. Да, кстати, я хотел сказать вам по поводу этого, как он называется-то, аркофона. Так, вот это хорошо, но на 25 уровень. Почему я не стал делать? Потому что умножение на 3х, которое я купил, оно действует всего лишь на тот момент, когда идет портал. Когда он закрывается и наступает следующий, он исчезает. Так что вот так, ребятушки. Я-то хотел с умножителем проходить. А к следующей, как говорится, к следующему порталу он у меня просто-напросто исчез. Нет, ну если вы хотите, чтобы я делал вообще просто прохождение, я могу сделать без набивания камней душ, посмотреть свой максимум. Вот, ну для этого, конечно, хотелось бы пойти туда уже с персонажами, которые будут 85 уровня. Чтоб продвинуться хоть маленько. Так-то я знаю свой предел. 50, по-моему, 2 или 53 уровень. Никакого интереса абсолютно этого не вызывает у меня. Не хватает мне там 3 боя, чтобы получить синий сундучок. Хороший. Так, 84-й. Нет, это мне не нужно, разбираем. Так что надеюсь, может быть, через недельку, через другую у меня все будет хорошо, все на мази, и мы с вами сделаем действительно уже нормальный аркофон. И если мне позволит денежка, я все-таки раскошелюсь маленько и сделаю себе 3-значное умножение. Набьем себе... А, вон он где, партизан, прыгает-то, смотрите, гоблин-то. Завис он что-то там. Че ему там делается-то? Че он там прыгает на радостях? Ну, короче, помогает ребятам ускорять постройку. Ну что ж, как видим, у меня уже все отхилились, и нам пора делать вторжение. Так, где она? Ага, вот. Поехали. 195 тысяч мощей, разберем, даже не поморщимся. О, тем более тут 3 голема огненных. Шикарно, упали. Все, одни черепки только остались. Сундучок наш. И, конечно же, нам дает мудрец еще и синий. Смотрим, что... клинки. На 86-й зеленые. Это не то все. Ну-ка, сундук. И дали нам броню на 80-й уровень. На лучника. На кинжальчика. Ладно, мы ее оставим, пока трогать не будем. Так, кислотные берега. Ё-моё. Может быть, попробовать нам с вами разочек напасть, а? Ну, я знаю, что по сюжетке я встал. Я не могу их осилить. Давайте тогда мы сделаем вот так. Будем маленечко с вами фармить. 176 тысяч мощей, да, я думаю, что стоит напасть. Будем с вами набивать деньги, сталь. Так, готов. О, смотрите, резается. Все, отрезались. И мы с вами получаем, слушайте, довольно неплохо. Плюс 30% мне еще идет сверху. Самое то, что надо. 2 сундучка еще. Ха. И мы глянем, что у нас тут будет. Ага, на алхимика выпала у меня ожерелочка. 6 уровень, 230. Это у нас для моих рудокопов. Блин, неужели мне придется самому все это собирать? Где этот попрыгунчик, который должен собирать? 239. Нет, слабенькая. И здесь тоже слабая. А ну-ка, давайте посмотрим. О, вот здесь вот можно поменять. Даже нужно, я бы сказал. Так, а у тебя что? 239, отлично. Хорошо. Что у нас еще осталось? Нет, это уже плотником идет.
Ну, я даже не знаю, что сейчас. Придется только лишь фармом заниматься. Гоблин. Нам не подходит он. Тоже не подходит. Экскалибур. О, вот это вот уже около того. 293 тысячи. Оу. Ну, давайте, попытка не пытка. Проиграем, так проиграем. Ага. Так, заморозили. Но что-то мне не нравится, не нравится. Хотя пробили. Нет, все, ребят, мы здесь победили. Вовремя сработала заморозка. И мы получаем довольно неплохой куш с вами. Сами видите, да? По деньгам, по дереву вообще великолепно все получилось. Надо их маленечко отхилить. Собака, ты что там воешь? Опять тоску на меня наводишь. Яблочек у нас осталось уже ровно половина от того, что было. Тает просто на глазах они. И еще можем с вами посмотреть. Кстати, тоже неплохо. Давайте-ка мы сейчас возьмем магию. Сделаем замену и проверим этого человечка. Что он из себя представляет. 191 тысяча мощей, конечно же, этот замок уже кто-то атакует. Ну, можно и вот этого глянуть. 244. Ну да, конечно же, будем атаковать. Все. А, нет, есть ресальщики. Но, как видите, тут бесполезно было. Ладно, ребята тут достойные. Нормально все стоят. Кстати, блин, мне надо как-то популяцию моего замка улучшать. У меня всего 49 жителей из 55. Но они у меня все девушки на откатах стоят. Там, по-моему, по 15 часов или 13, я уже не помню точно. По истечению этого времени я, естественно, их отправлю в жилую комнату, и пускай они будут у меня там плодиться потихоньку. Ремесленцев вообще никого нету. Да, а нужно, чтобы у меня постоянно кто-то раскачивался, занимался каким-то делом. А для этого нужны люди. Так, давайте-ка мы с вами. Не хватает стали на столовку. И буквально лишь, да, где-то 240 тысяч еще нужно. 240 тысяч, ё-моё. Стали. Как ни крути, нам с вами придется идти еще где-то добывать, фармить. По-моему, на карте, на глобальной, нет уже таких персонажей, с которых можно было бы вытянуть такое количество ресурсов. Сейчас мы с вами еще раз проверим. Рейвен. 50 тысяч железа у него. Хорошо, давайте, наверное, мы с вами попробуем получить эти заветные ресурсы для нас. 195 тысяч. Все. Нападаем. Давайте вот так вот сделаем. На полторашечку, да, чтобы... Ну да, можно было бы и на два сразу делать. Победа за нами. Так, 55 тысяч стали мы получили. А нужно было 200 с чем-то. Еще надо будет кого-то бомбить. Как я не люблю вот это вот, нападать на слабых ребят. Ну, а на сильных я пока не могу. Потому что уж больно все сильные. Давайте 35 уровень с вами проверим. Ледяночку. Естественно, сделаем обратно ледянку. И разведочку. Что у нас тут? 179. Тут даже не обсуждается. Плюс еще 5 героев здесь у него. Как видите, я даже... Что-то вообще никакого урона он мне не нанес. Ну что же, 100 тысяч... стали мы получили с этого персонажа. Угу. Два сундучка, один из них синий. Так, эта броня никуда не годится, мы ее сейчас разберем. Колечко, что же за кольцо? У ворот. Ну, это тоже нам не нужно, так что чикаем. Так, а где броня-то у нас здесь? Обычно ее тоже надо будет потом турнуть. Так, яблоки. Ну, с яблоками вообще полная засада. Хотя, ребят, мы, скорее всего, здесь успеем набить. Так. Нет, это не то, по-моему.
нам нужна именно столовая. Так, чуть-чуть добрали. А здесь... О, здесь по манне не прокатит у нас. У нас то густо, то пусто. Это, как говорится, как повторение. Ну-ка, давайте посмотрим кэша. В тот раз у нас не получилось на него напасть, потому что кто-то уже атаковал замок. Ну, я думаю, сейчас вполне у нас все прокатит. Да, отлично. Нападаем, забираем оставшиеся ресурсы, и я думаю, что все у нас получится. Будем, как я говорю, делать с вами, скорее всего, столовую. Все только из-за яблок. Чем больше яблок будет у нас, тем больше мы сможем с вами воевать. Особенно это полезно в портале. Ну, сейчас у меня тут будешь 3 часа отхиливаться, а? Ай-яй-яй-яй-яй, немножко не хватает, буквально 15 тысяч. Ну, это один бой, я думаю, что на карте найдется такой персонажик с 15 тысячами стали. Лаборатория. М-м-м. Тут очень много еще надо. Ну что ж ты так долго у меня хилишься, а? Ириша. Ну, давайте посмотрим пока с вами. Отто. Ну вот, в принципе, мы и нашли очередного персонажа. Сейчас мы в разведочку еще сходим, посмотрим, что он из себя представляет. А то, может быть, уровень маленький, а сам по себе мощный. Нет, 225 тысяч мощей, в принципе... А-а-а, вот мы и обломались. Он у нас в игре в данный момент, поэтому ничего нам не светит. Ладно, давайте пересмотрим. Да, в принципе, можно любого. Что этого, что этого. Давайте вот. 215 тысяч мощей. Все. Отличненько. Разбираем. Надеюсь. Да нет, должны, конечно же. Сами видите, прекрасно. Так, все, да падайте, падайте уже, не сопротивляйтесь. И можно, в принципе, заказывать. Что у нас там по яблокам? О, да у нас даже и не хватит на следующий бой, если мы даже захотим. Сами видите, 20, ну 30 тысяч яблок. Так что давайте делать с вами столовку. Там было заявлено 4 дня, но так как у нас там персонажи, через день и 19 часов она у меня будет готова. Я очень доволен, давайте посмотрим с вами сундуки. Это разбираем сразу же. Оно не нужно мне обычное. Так, а здесь что у нас? Наверное, обычный. А, нет, смотрите-ка. Магическая броня, нет, это тоже мне не надо. Че, я могу сказать вам, что эта серия прошла с пользой. Мы с вами поставили столовку улучшаться. А это, соответственно, будут приток, как говорится, яблочек. О, здесь надо забрать. И все, у нас работяг нету, яблок нету. В принципе, можно на этом завершать серию. Ну а вам всем спасибо за просмотр. Увидимся обязательно в следующей серии. Все, всем пока, удачи, качайтесь, развивайтесь. Скоро увидимся.